задач. Самым зрелищным и массовым стал турнир по волейболу. В нем приняли участие 5 команд. Играли на выбывание по укороченной программе до 15 очков. В лидеры турнира вышла команда химико-металлургического цеха. Цель у нас одна – победить, отомстить всем за спартакиаду, где мы заняли 4-е место. Тут на одного человека у нас сейчас больше, состав пополнился. Есть шанс поиграть, по крайней мере, получить удовольствие. Сколько лет слежу за 32-м цехом. Это цех всегда отличался в игровых видах спорта. У тебя сегодня получалось. В турнире по стритболу спортсменам химико-металлургического цеха также улыбнулась удача. Объединенная команда 32-го и 37-го и в этом виде получила победный кубок. А еще металлурги соревновались в настольном теннисе, шахматах и дарте. Спортивный марафон длился всю праздничную неделю. Заряд бодрости получили больше сотни металлургов.